Международный скандал, международная премьера, сага «Трусы Навального», «Трусы возмездия», «Трусы справедливости». Давайте рассмотрим украинский след этого блокблястера «Трусы Навального», потому что только все и говорят о том, что трусы были серые, то ли синие, то ли в Томске, то ли в Омске, то ли 3 раза был отравлен, то ли 2, то ли 5, то ли в Калининграде, а потом в Томске, а потом в Омске, а потом, может быть, в Германии, может быть, в самолете. Но в любом случае Алёша выжил, несмотря на то, что это самое опаснейшее вещество, как утверждают некоторые специалисты. Или вещество как-то не такое, что ли, или Лёша просто терминатор. Ну давайте вернемся к последнему его ролику этой саги, где якобы Лёша звонит сотруднику секретной службы, и тот все рассказывает. И когда я говорю о том, что нужно посмотреть украинский след, я имею в виду, нужно посмотреть реакцию соцсетей в украинском сегменте. Потому что это весьма показательная реакция. Так же, как на события в Беларуси, многие высмеивают Тихановскую и поддерживают Лукашенко. Здесь ситуация также интересна, потому что пользователи Украины, даже те, которые не поддерживают Путина, таких тоже ведь немало в Украине, просто высмеяли вот это расследование Алексея Навального. И это можно понять по ряду различных мемов. Все внимание, конечно же, сконцентрировано на этом предмете нижнего белья, о котором постоянно Алексей с таким упованием рассказывает. И, к примеру, комментарии в украинском сегменте соцсетей. К примеру, алло, это войска ракетные стратегического назначения? Да, я помощник Путина. Пускайте ракеты. А ничего, что мы это по обычной связи обсуждаем? Начальник в курсе. Пуск. Тем самым подчеркивая, в принципе, идиотизм о том, что рассказывает Алексей. Или вот такого плана. Алло, галочка, это Устинов Максим Сергеевич, помощник Николая Платоновича Патрушева. Как-то все получилось в стиле 95-го квартала, утверждают многие пользователи в украинском сегменте соцсетей. Даже Кремль и ФСБ вынуждены были комментировать это расследование. ФСБ назвало это провокацией, а Песков позволил себе вольности назвать, что у Навального мания преследования и величия. В целом можно, конечно, сказать, что у больного наблюдается ярко выраженная мания преследования. Можно также четко установить определенное проявление мании величия. Я не врач, и Песков для меня не является авторитетом, но тем не менее здесь тяжело не согласиться с его словами. Наблюдая за Алексеем не первый год, замечаешь только одно. Я Россия будущего, я единственный оппозиционер. И конечно вся эта лабудень для западного обывателя даже, ой, кажется очень такой шокирующей, трагической. А вот для украинского пользователя это все вызывает смех. Так же, как и в большинстве, как я сейчас наблюдаю, российского сегмента. И даже если люди смотрели это расследование, то многие плюются, потому что настолько это все напоминает какой-то сериал и настолько притянуто за уши, хотя снято весьма, так скажем, с точки зрения фильмографии, фантастики, очень неплохо. Одним словом, блокбастер. Наверняка будут еще следующие серии с грандиозными, какими-то, опять же, сенсационными данными. В любом случае, бляскера в студию, в смысле, Оскера в студию. Ряд пользователей соцсетей, опять же, с Украины утверждают, что это специально Кремль такую вот оппозицию создал, чтобы потом вот так вот ее нагло высмеивать. Вот вы верите Навальному, считаете его оппозиционером или нет? Напишите в комментариях и вообще, кем вы его считаете. А сейчас я наберу своего товарища Алексея Журавка, который в Государственном управлении Украины хорошо разбирался. Мне интересно его мнение как государственного деятеля, возможно ли в принципе такая ситуация, о которой рассказывает Алексей Навальный, о звонке, собственно говоря. Друзья, и обязательно следите за своими трусами, не оставляйте их без присмотра, иначе Алексей Навальный их разоблачит.
Я думаю, что представлять тебя не надо, потому что если зайдешь в интернет, то сразу можно наткнуться на массу новостей, которые связаны с твоей фамилией. Ну, Алексей Журавка, на всякий случай, можете вбить, посмотреть. И подписываемся на канал Алексея Журавка, потому что там много полезной информации, которой нет нигде. Так вот, Алексей разбирается у нас в государственном, так скажем, управлении Украины и в прошлом депутат Верховной Рады. Вот твое мнение, в принципе, возможен был такой звонок от Алексея Навального, важно там, кем он представился, такой пранкерский звонок, некому сотруднику спецслужб, который, ну, реальный сотрудник. Ты знаешь, ну, вот я сколько был в Украине, знаю, что такое спецслужбы, да, там СБУ, еще кто-то там. Ну, такой звонок маловероятный. Судя по всему, это просто-напросто фальшивое и пахнет не очень хорошо, дурно пахнет от Алексея Навального. Ну, сказка просто-напросто, понимаешь? Ну, так просто взять, набрать, ну, с потолка можно взять телефон. Или с потолка назвать там какого-то работника спецслужбы, подклеить фотографию, с кем-то договориться и типа так переговорить. Ну, это очень тяжело сделать, понимаешь? Нельзя спецслужбы настолько считать дебилами, идиотами, что они так легко берут трубку, отвечают. Понимаешь, только по голосу они могут определить своих начальников, помощников и так далее. Это тяжело сделать. Ну, во-первых... Ну, то есть в Украине бы такая ситуация могла быть? Ну, она маловероятная, но могла бы быть. Это настолько на таком низком уровне, что... А именно вот советник, помощник там, следователь или там человек, который завербованный, но он в спецслужбах работает. Ну, это маловероятно. Это бред. То есть, а если это переиначить на российские реалии, то вообще очень маловероятно, я так понимаю. Слушай, ну, то, что я посмотрел, у меня, во-первых, волосы дыбом стали, а во-вторых, ну, такой вопрос, а кто этого дебила смотрит? Ну, просто бредятина, там на уши не натянешь. И такие несостыковки, которые вот я послушал чисто... Ну, вот твои наиболее яркие несостыковки, по твоему мнению. Слушай, ну, в 7 часов звонить человеку, якобы, что он работает в спецслужбах, и он за ним смотреть, путать два раза, допустим, там... Города путать, как он рассказывал. Потом несостыковка во времени. Потом какую-то бредовую справку, рапорт писать. Вот я хотя бы это возьму. Я не буду углубляться в те трусы с нитками и так далее. Ну, просто шлем застегивал. Ну, а потом задается вопрос. Ну, вот зачем им надо было травить, если по большому счету они тебя спасли? Они не дали тебя дотравить. Значит, какие-то другие спецслужбы присутствовали, которые хотели его отравить, либо свои. Ну, то есть бредятина такая. Ну, а потом понимаешь, ну, вести, белыми нитками шить, что это лично типа Путин. Ну, вы типа догадываетесь сами, но я вам такую догадку открываю, что это типа Путин его заказал. Ну, ты знаешь, мне напоминает вот Гангадзе с Украиной. Вот, ну, я вспоминаю. Что-то такое оно напоминает, да, вот именно Кучма поставил задачу чуть ли не отрубить голову, там нанял спецслужбы или дал команду. Ну, такая бредятина. Ну, вот пахнет все дурка. Знаешь, что самое обидное? Что средства массовой информации вот на сегодняшний день российские не приводят примеры и не расшифровывают его. Понимаешь, вот это видео надо расшифровать полностью на всех каналах и показать, насколько тупо вас оболванивают. Ведь революция тогда при Кучме получилась из-за того же самого Гангадзе. Слушай, ну вот интересный момент. Я сегодня отслеживал реакцию соцсетей, своих друзей. У меня очень много друзей, как и у тебя в Украине. Но все не верят в большинство и просто смеются с Навального реально, вот со всей этой ситуацией. Понимаешь,
для думающего человека, вот когда я посмотрел, я разложил просто-напросто вход и выход. И должен что-то получить. Вот я на это получение не получаю ответа. Потом вдруг не получил ответ, я прихожу к тем же самым трусам. И объясняю, где этот яд намазан, ничего не понял. Вроде бы, что там бутылочка была. Ну вот, по большому счету. Если так разобрать. А при чем здесь трусы? Так вот, все запомнили только трусы, и вот это все сейчас настолько высмеют вот в украинском. Ну, понимаешь, я ж не только запомнил, я эти баночки запомнил, да, в гостинице. Я там видео запомнил, допустим, как он живой на лестнице, внизу пепельница в больнице, с женой обнимается. То есть, когда это все сопоставляешь, оно же не получается. То есть, ну, нереально, понимаешь. Потом, ну, я как человек обычный, а вот кто он такой, что на него обратил внимание Путин? Вот кто он такой? Блогер. А, блогер, да? Неизвестная фамилия, да? Да хуже шимпанзе. Он предатель, понимаешь? Вот то, что он делает сегодня в тяжелое время, коронавирус, война вокруг России, фактически там война, и он предательски просто дурит народ, вот я считаю, он предатель, он должен сидеть в тюрьме. Вот я вспоминаю, вот смотри, он же осужден, да? Ну да. Он не имел права пересекать другие области, он под домашним арестом. Но почему-то его отпустили. Ну, делай, что свою работу отпустили. Бог с ним, посчитали нужным. Не знаю, для чего, не хочу в это вникать. Но я просто как провожу пример. Логика должна быть. Но у меня вопрос заключается. Так кто ж его тогда травил? Вот и все. Хотя бы по этому событию. Понимаешь? Ну, короче, то есть тут как бы ситуация действительно пока что, кроме смеха, она ничего не вызывает. Но это вызвало, естественно, да, определенный резонанс. А как ты думаешь, будет еще продолжение каких-то серий этого блёк-блястера, я его так называю? Слушай, ну ты абсолютно правильно, блёк-блястера, ты правильно сказал. Я думаю, будет продолжение, понимаешь? И это все увязывается в канву от зарубежных стран, назовем так, из океанских партнеров. Вот мы должны привыкнуть, что уже все, холодная война, идет гражданская война, это в Украине. И идет война настоящая. Борется между собой идеологии. Вот так же самое и Навальный. Навальный, да? Коллаборант. Он предал свою страну. И он сейчас льет на нее грязь. Вот фактически вот так происходит. Он ну, грязь-то ладно. То есть из-за него возбуждают какие-то санкции. То есть пытаются остановить Северный поток. Вот с точки зрения, да, вот России, то есть получается, он не патриот России, потому что он работает против государства, но его не Путина лично, да. То, что его используют в своих целях, как промокашку или как бумажку туалетную, да, для подтирания одного места, это 100%. Вот поверь мне, его рано или поздно выбросят. Так и ждет и эту оппозиционерку белорусскую. Только хотел тебя спросить про это, потому что очень они похожи, как для меня. И интересно, что сегодня прошла информация, я поэтому тоже сниму ролик, что уже начинают западные партнеры обвинять ее, чуть ли она на самом деле агент Лукашенко. Понимаешь, то есть уже хотят ее слить. Понимаешь, тут надо еще определенные события. Вот они же определились в этой домохозяйке. Они определились в Навальном, они определились в Турчинове, они определились Зеленском. В Кличко, в Зеленском. Они же определились. Вот они пожинают свои плоды. Ну как можно с дебилом иметь какие-то дела? Ну слушай, он не знает, как на шахматной доске выставить те же самые шахматы. О чем говорит? Он играть не знает как. И мы хотим что-то. Вот они получают все свое. А кто в этом виноват должен быть? Конечно, Россия. Ну, конечно, белорусский президент Лукашенко. Ну, а кто виноват? Сам создал. Так же, как я говорю, есть такие тоже теории, что Навального тоже создали, тоже искусственно, типа в России. Ну, короче, я так понимаю, что сериал этот Навальный будет продолжен именно из-за того, что попытка наезжать на Россию. Вот и вся главная цель. Ну, не только, ты же понимаешь, тут же и создается лицо такое, да, напыщенное. Вот даже посмотреть по просмотрам
последнего 2 миллиона там 700 что-то просмотров. Вот я думаю, с чего это? Но все равно кому-то оно попадает, и люди также думают, что действительно его Путин отравил. Ну, елки-палки. Ну, я еще соглашусь, там насчет меня могут отравить или прибить, потому что много болтаю. Но я не думаю, что это Зеленский будет ставить заказ на меня, да? Вот спецслужбы наши украинские поставят. Ну, вы просто доберитесь. То есть, понимаешь, везде должна быть логика и уровень. Понимаешь, а сегодня для России, ну, Навальный не представляет той угрозы, которую как бы рисуют. Поэтому плевать Путину на этого Навального. Вот как бы я все это назвал. А то, что вы, люди, должны быть умными и снимать информацию со всех источников и иметь подтверждение, вот к этому я призываю. Потому что вот такие ролики, они проецируют, ну, назовем, дурной тон к своей стране и негатив только. Вот спасибо, Алексей. Подписываемся на канал Алексея Журавка. Ссылка под видео будет. Еще раз спасибо. Но будем отслеживать ситуацию. Спасибо большое.